Всем привет, добро пожаловать в видеообзор на отличный проект с Ethereum, корпоративный блокчейн, создание финансовой инклюзивности за счет взаимодействия протоколов. Вы можете получать эксклюзивные новости обновления с Ethereum уже сейчас, нажав по этой кнопке. Что же такое проект, что он из себя представляет? Это мгновенная бухгалтерская книга для обработки транзакций в реальном времени для миллиардов пользователей. Платформа смарт-контрактов, позволяющая использовать корпоративные сценарии для всех отраслей. Надежная база данных для подключения CBDC, цифровых активов и децентрализованных приложений по всему миру. Открытая сеть для предоставления избирательных прав любому участнику. Безопасное хранилище для борьбы с растущими угрозами конфиденциальности данных. Предоставляя по-настоящему децентрализованную и масштабируемую структуру в сочетании с доступным интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, Ethereum закладывает всеобъемлющую основу для разработчиков для создания новаторских приложений, способных изменить будущее бизнеса, права и корпоративных решений. Используя гибридный механизм консенсуса, который использует как Proof of Work, так и Hot Stuff, блокчейн разработан для достижения коммерческой жизнеспособности за счет максимальной децентрализации и масштабируемости, не жертвуя одним ради другого. В отличие от многих блокчейнов второго и третьего поколения, которые отказываются от оригинального механизма консенсуса Сатоши Накамото без разрешения и доверия, Ethereum построен на ценных инновациях предыдущих блокчейнов. Тут можно сразу посмотреть презентацию о проекте с Ethereum. Очень все замечательно выглядит на самом деле. Также прочитать технический документ можно по этой кнопке, то есть white paper. Проект работает с мировыми лидерами финансовой индустрии, хотя COVID-19 привел к стагнации большей части мировой экономической активности и профессионального участия. Проект принял активные меры для подготовки к революции CBDC. В настоящее время проект советует провести серию виртуальных дискуссий о будущем денег с ведущими мировыми центральными банками, чтобы преодолеть разрыв между CeFi и DeFi. То есть можно уже сейчас посмотреть все новости, вот эти все блоги ознакомиться, посмотреть видео. То есть все уже сейчас работает, уже на данный момент идут диалоги и определенные разговоры. Новости CBDC. Новые возможности на триллион долларов. Какие же инструменты будут использоваться? Cypher Link, нотариальная схема кросс-леджера, Ethereum Connect, сторонний плагин для банковских систем, Ethereum Validator, верификационная машина, Ethereum ID, децентрализованная система аутентификации ID. Функции доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Посредник в режиме реального времени для замены неэффективных устаревших систем межбанковской связи для подключения цифровых активов по всему миру. Соответствует ISO 20022 и может быть легко встроен в текущую финансовую систему, сторонний подключаемый модуль для банковской системы. Также можно ознакомиться с структурой взаимодействия цифровых валют по этой кнопке. Так, что же касается зоны бизнесных приложений, проект уже переключил внимание с общего консенсуса по поводу 1000 TPS, трилеммы блокчейна или шардинга на настоящие приложения-убийцы, которые считаются граалем блокчейнов. Также тут можно прочитать про функции. Это использование блокчейна с Ethereum в Google Cloud, использование блокчейна с Ethereum, ну, именно для бизнес-процессов. Вот, что касается сервисов, это блокчейн-решения, облачная консультация, лицензирование программного обеспечения в первую очередь. Если вы хотите демократизировать разработку смарт-контрактов и снизить барьер для внедрения блокчейна в существующем предприятии, вы можете связаться с проектом. Тут изображены именно экосистемы CAM, Microsoft, DMI, BlocksRoad, Randstad и Google Cloud и многие другие. Также проект представлен во многих новостях, можно сейчас ознакомиться с тем, о чем говорят различные издания про данный проект. Он очень перспективный, всем советую реально в него присоединяться, потому что действительно таких проектов очень мало достойных. Вот сам проект зародился в Нью-Йорке, в США. Так можно напрямую связаться с проектом, имя, электронный адрес сообщения и послать. Вот, в целом, проект очень интересный, перспективный, привлекательный для меня, как для инвестора. И, соответственно, я всем рекомендую присоединяться к данному проекту, соответственно, чтобы в будущем получать хорошую прибыль. Также пользоваться, соответственно, и функциями своего этого проекта, функционалом именно. И также вести свою деятельность удобно для себя благодаря проекту с Ethereum. Всем спасибо за просмотр, всем успехов, всем пока.